Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой Т мешает им осуществлять намеченные планы. В отличие от других людей, этим людям нужно гораздо меньше времени на обдумывание. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Они могут занимать руководящие должности. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Вибрации этого имени наиболее демотичные, беспокойные, изменчивые и нетерпеливые из всех вибраций нумерологической шкалы. Одежду владельцев этого имени по их предназначению в основном светлые. Если обладатель имени носит темную одежду, то ему стоит задуматься, потому что светлая одежда повышает его нравственный и приятный тон. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.